Ребят, итак, находимся мы сейчас на Фуэртевентура, последний день отдыхаем. Завтра уже уезжаем домой и хотим оставить здесь немножко нашу память, так как мы находились несколько раз на этом острове. Оставим свое лого, и кто будет здесь путешествовать, приезжайте, если вы увидите наше лого, сфотографируетесь, можете нам прислать фотографию. Адрес будет на нашем канале. Ну и мы вам вышлем наше лого. Идем клеить. Че, Саш, начинаем? Клеим наше лого. Вот смотрите. Сейчас немножко оставим. Да ладно, пойдет. Очень хорошо получилось. Вот, видите, и здесь оставили наши лого. Вот она здесь приклеенная. Здесь мы недалеко находимся от отеля, в эту сторону, возле кольца, там, я не знаю, ну, совсем немножко. Я не знаю, около 100 метров, наверное, да, Саша? Ну, там, где-то автобус, так. Автобусная остановка, кольцо. Да. И здесь начало парка. Как вы заходите только в парк, сразу с левой стороны, вот где наклеены лого, видите? И наша тоже висит. Идем дальше гулять? Идем. Идем. Итак, ребята, мы находимся сейчас в другом отеле. Наш рейс полностью отменили. Мы даже не знаем, когда мы вылетаем. Но сейчас я покажу вам номер, где мы будем ожидать. Наш отпуск продолжается. Наш отпуск продолжается. Мы сами не знаем еще сколько. Так что поехали. Сейчас мы вместе с вами заходим в отель, в наш номер. Вот такой у нас номер. Сразу в ванную комнату попали как-то и в туалет. Здесь такой туалет, биде, даже дверь закрывается. Сейчас закроем. Здесь вот такие раковины, все такое чистенькое, беленькое. Отель 5 звезд. Смотрите, здесь душ такой. Шикарненько, я вам скажу. А душ практически сделан, как у нас дома на полу. Здесь салфеточки, какой-то комодик. Это прихожка. Вот. Вот такая прихожка. Здесь столько шкафчиков. Посмотрим, какие шкафчики вместе с вами. О, тут и сейф есть. Смотри, все. Сейчас заглянем сюда. Вот здесь и одеяло есть, и всякое. Надо же везде заглянуть. Подожди, заглянем сюда. О, здесь чайная зона, смотрите. Чипсы стоят, кофе. Угу, можно кофе попить, чипсы. Там подсветка. Здесь холодильничек. Сейчас мы откроем холодильничек вместе с вами. Посмотрим. А холодильник полностью полный. Вот, напитки разные, шоколадка Таблерона, кола, ништяк. Так, закрываем, заходим в комнату. Саша уже здесь порядки наводит. Вот такая у нас спальня. Прикольненькая. Можно отдохнуть, Саша там разбирается с балкона. И здесь вот такие вот диванчики. И здесь сейчас надеемся, что выйдем на балкон. Ну что, выходим на балкончик посмотреть. Прикольненько. Здесь вот такой вот балкончик, типа терраски. Здесь, видимо, с детками были до нас. Видите, ведерко. Столик такой, посидеть можно. Диванчики. И здесь такая панорамка. Смотрите, здесь уже другие номера. Сверху тоже номера. Там гольф, пляц. Ну, для гольфистов площадка. И детская площадка там, и качели. Чего там только нету. Там мостик. К океану идти. Ну и, наверное, бассейн. Еще не смотрели, посмотрим, если найдем что-нибудь, покажем. А с этой стороны вот город вдалеке.
Видите? Ой, сколько там туристов гуляет. Мама мия! А вон, смотри, у океана лежат. Ну вот и подошел наш отпуск к концу. Отдохнули мы просто замечательно. Пробыли мы на этом острове запланированных 11 дней. Ну и один к нам добавился еще, который не был запланированный. Так как при отлете все рейсы практически в Германию и в Европу были отменены. Нам сказали, что у самолета были неполадки, но вот только и интересно, почему тогда и другие все рейсы были отменены. Поэтому в день отлета нас отправили в другой отель. Мы еще один день там пробыли, потом нас отвезли опять в аэропорт, и в аэропорту мы просидели еще практически полдня. Домой попали мы только на следующий день. Очень усталые, очень вымотанные, практически полтора суток были вообще без сна. И поэтому у нас не было никаких сил даже снять оконцовку этого видео. Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Отпуск в целом нам понравился очень. Мы здорово отдохнули, набрались новых сил. Ну и теперь, конечно, хотим сказать большое спасибо своим подписчикам за лайки, за комментарии, что вы нам пишете. К сожалению, мы не можем на все комментарии отдельно ответить. Но если у кого-то есть какие вопросы, можете задавать, и мы постараемся на все вопросы вам ответить. Ну и хочу сказать, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока! Ничего себе, опять бухло. За неделю. Второе уже, ребята. А у нас здесь еще холодильник. У нас еще одно бухло есть. Смотрите.